Влад, а почему многие подправляют в этой ситуации, а ты решил принимать? А потому что она до этого, смотри, тут или Абрама коснулась, или их игрока. Так. И она уже вниз пошла. То есть я ждал, чтобы подправить, но она уже до меня пошла вниз. И я просто перед собой перебрал и... Давай, с первого дубля. Но. Что, мне подставлять или? Нет, не надо. Ты просто скажи, что будет, если ты... Ну, если вот я подставляю, она идет либо сюда, либо, ну, он зажимает ее, да. Либо там куда-то подвратно. Ну все, и вратарь зажимает, нет гола. Так. А он бросает, она идет низом, я убираю сюда, ну и вратарь уже не успевает. То есть не успевает. Он был готов зажать ее здесь, нормально. Я убираю сюда. Все, лежит.